Найтмар. Астарот. Найтмар играет за Астарота против Evilwood Doll за Ксюху. Все верно. Все верно. Я нигде не ошибся, я молодец. Ну, пока что. Я понял, почему у меня косяк с Мочерина только что. Не буду озвучивать, но... самое главное, то, что я его исправлю. Так, Найтмар начинает с ничего не деланья. Ксюша покебагила его с другой стороны. Так, неплохое 2-2-Б вошло, командный бросок. Ох, волк-комбо, не рвется бросок, еще один. Дикий. Как тречит ВСБ у Ксюхи правую сторону, это просто... Пиздец. Простите меня за французский, но это так. Да. Вот, Райс, по-моему, там отыграл, он пишет тоже, как бы, друзья. Ну, мы разберемся еще с Райзом и со всеми остальными. Пока что у нас тут напряженная борьба достаточно. Видимо, не очень игроки знают матчапы друг с другом. Так, хороший разрыв командничка. И иголкой в спину забирает Ксюха этот раунд. Ох, неудачно отжирает. 2-2-АБ. Хороший командник. Еще бросок, но садится Ксюха под этим броском. Волтсплэт. Юкемица. И рандомцы Е. Школа Арфария. Да, но как бы у Арфария есть лаги на его стороне. Кто есть у Evilwood Doll? У Evilwood Doll есть Ксюха, которая техкраучами уходит от всех просто бросков. Это да. Хорошее использование Ре, но не помогает оно. Люксер говорит то, что Найтмар косплеит его. Надел его трусы? Наверное. Найтмар, сними его, может. Кнопочку контрибьют. И, собственно, вводите промокод. И донатьте нам копеечки, центики. Нам нужны ваши деньги. Да. Деньги Мочерина, нам нужны деньги Мочерина. Да, нам нужны деньги Мочерина, это даже не ваши деньги. Это да, деньги есть... Мочерина. Мы должны отобрать деньги у этих чертовых пиндосов. Да, как и завтра. В общем, ладно, а что будет завтра, я скажу потом. Сейчас сосредоточимся на том, что происходит сейчас. Вот, кстати, была потенциальная возможность участия Белиала на этом турнире, но волей судеб он тут не оказался. Да. Так, я все вижу. Слава богу, аминь, в общем. Слава Акубе. Раминь. Слава Акубе. Слава Акубе, спасителю нашему. Ох, как неудачно встает Ксюха и улетает в рингаут. Не знал, что это захват рингаут, такого плана. Там какой-то с двумя ударами, он, по-моему, в рингауте. С тремя ударами, по-моему, никогда нет. А я, но... честно говоря, даже не знаю. Я вообще не знаю, как они делаются. Понятия не имею. В общем, пока Ксюша там... Скорее всего, 4 АГ. Нету паниша этих лоударов. Плохой ревенш у Астарота. Намного хуже, чем у Найтмара. Да, хотя по ТПМе этого достаточно, говоря. Я недавно поигрался с хоть по Старосом, меня просто забили этим ревенжем. Любой удар. Ох, сколько дамагал на этом броске, господи. Ну, там, по-моему, 70, что ли, если не рвут. Остановите. О, нам еще кто-то донатит. Больше Мочерина, больше денег. Астарот говорит ололо, когда промакивает с этим ударом. Вололо. Оло, вудололо. Вудололо. Нет, Каноэ. А почему он не закончил его? Ну там надо зажать, еще раз зажать треугольник, это сложно. То есть у него почти бур. Да. Так, очередное рандом ЦЕ от Evilwood Doll. Да, будет ли еще одно Каноэ от Астарота?
Нет, есть позор! Один позор, и солчар закончился. Позор. Угадывает, садится под всеми бросками Ксюха. Пора Астероту делать нижние броски. Потому что там либо Техкрауч, либо Ксюха садится. Но зато очень много... Ох! О, господи, сколько можно жрать! Сколько можно жрать! Вот и каноэ приплыло. Да. Вот видишь, он на нем плывет просто. Нельзя такой заблочить. Да. Power is everything, говорит нам. Дэвид Блейн тебя учит русскому языку. Кстати. Что, я неправильно сказал слово «пиндос»? Буду говорить теперь всегда «пиндос». Тип, не надо так говорить. Нет, я буду говорить «пиндос». Тип, я тебя ударю. Ты не дотянешься. И тогда ты ничего не сможешь говорить больше. «Пинтос». Правильно, я буду говорить «пиндос». Дайте мне «пинтос» Гиннесса. Короче, будем говорить их «ментос», в общем. «Ментосы», «пиндосы», в общем. Не надо про ментосов. Это... Не надо? Да, это может быть они опасно. Они сегодня съехали все на площадь Сахарова? Да-да-да. Так, не будет, я пока тебя менял оверлей, тут у Ксюхи пол лица потеряла. Ну где, да. Где половина лица Ксюхи? Уплыла вместе с каноэ. Вот только теперь пол лица потеряла Старот. Да, там... Ох. Да, это гарантированный нижний бросочек, он, конечно, будет с дэмэдж скейлингом. Ата! Ксюша говорит ата, Астрот говорит ата-та, и ох, лоу вертушка просто. Наверное, сейчас Спир смотрит тебя и Найтмар, и очень сочувствует, что не играет на нашем турнире. Потому что все хотят поиграть на нашем турнире. Все на нашем последнем турнире, кстати. Мало того, что все хотят поиграть, даже все пинтосы хотят поиграть на наших турнирах. Пинтосы? Все пинтосы. Вот, каноэ опять почти приплыло. Нельзя просто так взять и не сажать каноэ. Да, но раньше каноэ было лучше, потому что был плод. Ох! Позор! Он крикнул «позор!» И солчар закончился? Отпустил. Отпустил, да. Жаль, не додержал. Да, позор додержал, а Ре не додержал. Надо было додерживать Ре. Кстати, где наш Сетх? Как ты думаешь? Где Сетх? Да, Сетх. Сетх сказал, то, что он только вернулся, может быть, он был на митинге? На митинге? Да-да-да. Вот как можно... А может быть, просто гулял и бухал Гиннес? Наверное. Мне кажется, он бы голосовал за свою пенсию. За отсутствие, точнее. Не-не-не, давай, килл. Ладно, я опять ушел в политику. Да, это может быть надолго. Ну да, пенсии с это нам... Не до пенсии с это сейчас вообще. Так, матчпоинт у Ксюхи? Да. Астарот наконец-то накопил себе еще один метал. О, какой метал хит! Какой автогия! И Critical Edge! И много дамага! Ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой, да. Так, случайно от Астарота. Может скамбэчиться, но если не будет жрать всякое говно во время... В то время, как подходит вперед. Ох, ой, 3B. Зря полез туда. Так, начал делать лоу-броски Астарот. Ой-ой-ой. Надо активировать Soul Charge. Что-то делать? Нет, он просто стоял в блоке.